вот она, российская действительность, за которую меня почему-то люди критикуют, местные. Вот улица Михаила Миля. Снимаю специально сегодня репортаж о том, как воруют люки здесь, в России. Воровство тотальное. И вот здесь такая интересная схема, что люк приделан уже. Таким образом, чтобы его снять нельзя было. Ну, я ни в одной стране мира такое не видел, как в России. То есть люк приделают, чтобы он открывался как крышка и закрывался, потому что воруют люки и куда-то их сдают. Вот это страна воров, как бы. Вот я раз я спрашиваю, а зачем воруете-то? Говорит, воруем, потому что, говорит, начальство ворует. А что мы хуже? Вот как бы люди у себя сами воруют. Вот такая история. Так что сегодня такой репортаж снял. Про люки называется.